Всем привет! Сегодня разберем задание из открытого банка, задание ФИПИ по математике. Профильная математика, графики, функции. Функция y равная корень из x. На рисунке изображен график функции f от x равная k умноженная на корень из x. Нам нужно найти значение функции в точке 32. То есть значение аргумента равно 32. Для того, чтобы найти значение функции в точке 32, нам нужно знать, как задается наша функция. Для этого мы должны найти красивую точку. Это наш узел клетки. Пусть это будет точечка А. Какая у нее координата? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 вправо и 4 вверх. То есть координата, соответственно, 8, 4. Это у нас x, а это у нас f от x. Теперь мы подставляем вместо x в нашу функцию, мы подставляем 8, а вместо y, то есть f от x, мы подставляем 4. У нас получается, что 4 равно k умноженное на корень из 8. В результате наше k будет равно чему? 4 поделить на корень из 8. Получается, что наше k равно 4 поделить на 8 можно представить как 4 на 2. И из 4 корень извлекается, то есть 2 корня из 2. В результате получается, что 4 и 2 сокращается, это 2. У нас получается 2 поделить на корень из 2. И если мы избавимся от иррациональности в знаменателе, это будет 2 корня из 2 поделить на 2. 2 и 2 сокращается, и получается, что k равно корень из 2. В результате наша функция задается как f от x равная корень из 2 умноженное на корень из x. Ну а теперь нам нужно найти значение нашей функции в точке 32. Мы пишем f от 32, подставляем вместо x 32. Получается корень из 2 умноженное на корень из 32. Ну, используя свойства арифметического квадратного корня, мы можем все занести под один корень. Это будет 2 умноженное на 32. И в результате у нас получается корень из 64. А корень из 64 – это 8. Поэтому в бланке мы записываем ответ 8.